Москва, 25 июня, РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает законопроект, отменяющий уголовную ответственность за репосты в интернете. Следует из официального отзыва Кабмина, приложенного к пакету документов при внесении законопроекта в базу Госдумы. Ранее в понедельник в Госдуму был внесен законопроект, который входит в один пакет с проектом федерального закона о внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации и дополняет кодекс РФ об административных правонарушениях новым составом административного правонарушения, предусматривающим ответственность за пропаганду ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства в связи с исключением данного состава из УК РФ. Согласно официальному отзыву Кабмина за подписью зампредседателя правительства, руководителя аппарата правительства Сергея Приходько, пояснительная записка к проекту не содержит обоснования о необходимости вносимых изменений и носит противоречивый характер. В отзыве указывается, что в пояснительной записке содержатся статистические данные, свидетельствующая о тенденции роста таких преступлений. Кроме того, по мнению правительства, законопроект подготовлен без учета требований соответствующих статей Федерального закона о введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации и закона о введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которыми внесение изменений в УК и КоАП осуществляется отдельными федеральными законами. На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект не поддерживается, говорится в официальном отзыве Кабмина.